Вопросы развития железных дорог и улучшения условий для работы сотрудников магистрали решаются не только в высоких кабинетах. Проблемы лучше обозначить, что называется, на местах. Так, во всяком случае, считает Сергей Леонов, депутат Государственной Думы. В рязанском филиале Петербургского университета путей сообщения он пообщался с будущими железнодорожниками и ответил на их вопросы. Конечно, коснулись депутатской деятельности, того, как становится парламентарием, какое для этого нужно образование и личные качества. Ответил Сергей Леонов и на вопросы о ЕГЭ. Эффективна ли такая аттестация знаний и нуждается ли система в преобразовании? Депутат заверил, впереди в Госдуме парламентский час, где будут разбирать проблемы, в том числе озвученные на встрече. Но все же больше всего вопросов было по профилю. Развитие транспорта и развитие местного сообщения, электричек, это очень важно. С одной стороны, конечно, это вопрос региональной власти, с другой стороны, это вопрос федеральной власти, потому что я уверен, там есть какие-то взаимодействия, взаимоотношения, софинансирование по строительству новых участков железнодорожных путей. На самом деле, понимаешь, что у страны есть будущее, есть классные ребята, которые потом придут в реальный сектор экономики, будут работать, расти своих детей и развивать нашу страну. Поэтому вот это самое главное, что я выношу с этих встреч.